Сегодня мы поговорим о правописании гласных ЕИ в падежных окончаниях существительных. Для того, чтобы правильно написать гласную в падежном окончании существительного, мы должны знать, к какому типу склонения относится это существительное и в какой падежной форме находится. Существительные первого склонения, такие как «стена», «земля», в форме родительного падежа имеют окончание «ы», «и», «у стены», «у земли». В дательном падеже они имеют окончание «е», «по стене», «по земле». В предложном падеже они также имеют окончание «е», «в стене», «в земле». Существительные второго склонения, такие как «конь», «окно», в форме предложного падежа имеют окончание «е», «на коне», «на окне». Существительные третьего склонения, такие как «любовь», в родительном падеже, в дательном и в предложном имеют окончание «и» – «для любви», «к любви», «о любви». Есть особая группа существительных. Это существительные мужского рода, которые в именительном падеже оканчиваются на «и», например, слово «гений». Существительные женского рода, которые в именительном падеже оканчиваются на «ия», например, слово «гвардия». Существительные среднего рода, которые в именительном падеже оканчиваются на «ие», например, слово «здание». У них в формах косвенных падежей при возникновении орфограммы мы должны будем написать окончание «и». Давайте посмотрим на примеры. Разговор о ком? О гении. В предложном падеже мы пишем окончание «и», так как это существительное, которое оканчивается на «и». Служить в чем? В гвардии. В форме предложного падежа у этого существительного мы пишем окончание «и», так как в начальной форме оно оканчивается на «ия». Участие чего? Гвардии. Мы пишем окончание «и» в форме родительного падежа, так как это существительное в начальной форме оканчивается на «ия». Хранить верность чему? Гвардии. В дательном падеже пишем окончание «и», так как в начальной форме это слово оканчивается на «ия» – «гвардия». Ремонт в чем? В здании. В форме предложного падежа мы пишем окончание «и», так как это существительное в начальной форме оканчивается на «ие» – «здание». Также гласную «и» мы будем писать в падежных окончаниях разносклоняемых существительных. Вспоминаем, что разносклоняемые существительные – это 10 существительных среднего рода, оканчивающихся на «мя». Имя, бремя, вымя, время, стремя, семя, знамя, теме, пламя, племя. Проверим на примерах. Именительный падеж. Что? В имя, время. В родительном падеже мы должны будем написать окончание «и». Нет чего? Имени, времени. Дательный падеж. Относиться к чему? К имени, ко времени. Предложный падеж. Задуматься о чем? Об имени, о времени.